поисковая группа, которая занимается поиском останков погибших солдат в период Отечественной войны. Вот гвардии капитан Герман Паринский, он никогда мне не отказывает в помощи где-то провести мероприятие с учащимися. Вот встреча четырех поколений. Встреча четырех поколений. Это ребята из кадетского корпуса. Это 5 лет девочки. Так, нам, может быть, роднее. 5 лет девочки, которая художница, которая прекрасно рисует. Она заняла первое место в Доме национальностей на выставке своих художественных работ. Справа девочка 7 лет, которая сочиняет стихи и ложит музыку на них. Вот такие выдающиеся люди. Вот вам подрастающее поколение. Но не работая с ними, да, все. Угу. Вот человек-легенда Фомичев. Юрий Фомичев, морской гвардии капитан, морской. Он пишет необыкновенные стихи. Необыкновенные стихи. И он никогда не отказывает мне в том, чтобы прийти провести какое-то мероприятие. Вот он на отдыхе. Вот ленинградцы. Это учащиеся школы. Для них проводили мероприятия. Ленинградцы. Значит, которые всю блокаду пробыли в Ленинграде. Все 900 дней. И остались живы. Это не те блокадники, которые эвакуированы были. А это дети, которые находились все 900 дней. И после освобождения такие мероприятия. Так. То есть моей задачей является знакомить подрастающее поколение, учащихся школ, дошкольных учреждений, работников дошкольных учреждений, знакомить с лицами, рассказывать о них, об участниках Великой Отечественной войны, чтобы знали и помнили. Вот вам Малышева Валентина. Которая является всю войну. Она прошла, она была разведчицей особого полка у Рокоссовского, в штабе Рокоссовского. Ныне она монахиня. Находится в монастыре. И вот я разыскала ее, я узнала о ней, я разыскала ее. И вот теперь между нами такой рабочий контакт, духовно-рабочий контакт. И вот еще один снимок. Значит, по благословению в первой градской больнице находится школа под покровительством епископа Пантелеймона.
Там учатся дети из детских домов с 1 по 11 класс. И вот в этой школе по благословению я сейчас тружусь. И прежде, да, и я решила ко Дню Победы организовать такой стенд участников Великой Отечественной войны. Но тех людей на этот стенд я, так сказать, ну вот фотографии поместила, которые бывали в этой школе, которых я смогла представить для учащихся этой школы и рассказать о них. Это вот оформлено. Вот. Ну, а это вот он уже оформленный. И здесь о каждом из этих учащихся я написала внизу, значит, кто что делал. Это вот защита под Москвой. Битва, это не битва, это значит, вот это ко Дню Победы, 9 мая, это уже 11 года. Так. Вот здесь у меня встреча со священным. Вот, вот моя мать, 100 лет, которая... Так.